Это мой дом здесь, вот родительский. Вот он весь сгорел. Видите, как у нас здесь все полыхало, что даже вот пруд у нас и то не мог спасти. Видите, вон та сторона даже вся горела. Даже ветер так дул, что вода не могла спасти никого. Знаете, все, что было в дому, все у нас сгорело. Ничего мы не могли вынести. Да и здесь, наверное, в основном и все такие люди, даже которые были, ничего они не смогли вынести. Все сгорело. Все погорели дома, в основном все старички здесь. Вот. Жалко. Как? Ну, даже хоть они старые, но они же вот все-таки погибли. Ну, как? Мы тоже все знаем все друг друга. Жалко очень. Все. У меня тяжелая ситуация. Мне муж в больнице с операцией. Я даже не могу ничего не собрать, ничего. Ну, тут огород бросили все. Не знаю, что делать, как вся голова. Я даже не могу сюда приходить вообще.